Представляем Meizu M6S. Смартфон новый во всем. Широкоформатный экран нового поколения. Процессор Exynos. Удобный быстрый боковой сканер отпечатков пальцев. Поддержка быстрой зарядки. Всего за 13 990 рублей в России. Всем привет, дорогие зрители! Новый выпуск по Clash Royale. Сегодня прокачаю легендарку на 5-й левел. Прямо сейчас, пожалуйста, подпишись на канал, поставь лайк и нажми на колокольчик, чтобы быть в курсе всех моих новых роликов, моих новых стримов. Обязательно на колокольчик, обязательно нажимайте. Значит, друзья, сегодня я прокачаю еще одну легендарку на 5-й левел. Это, ребята, будет бревно. Под прошлым роликом вы набрали 10 тысяч лайков, я сказал, как только набираем 10 тысяч лайков, я сразу прокачу легендарку. Вы набрали, я прокачиваю. Подготовил 3 колоды. Первый вот такой вот с полбейт, потом он с кладбищем и вот такая вот с големом. Наверное, сыграем всеми тремя, не знаю, либо сыграю какой-то одной. Сейчас посмотрим, как пойдет каточка. У меня, кто не знает, принцесса, дровосек и кладбище уже 5-го левела. Остался ледяной колдун, одна карта. Следующий на очереди громовержец, 5 карт. И потом ночная ведьма, 9 карт. Если ждете открытие и ждете, чтобы я еще какую-то легу выбил, прокачал, да, и вам интересно это, ну, просто прожмите лайк. Надеюсь, вы это сделали. Ну что, я готов. Поехали, 100 тысяч золота. Понеслась бревнишка 5-й левел. Замечательно, замечательно, блин. Просто, я не знаю... Четвертая лего пятого уровня. Круто, круто иметь такую прокачку. Я не знаю, с какой деки начать. Давайте начнем вот с этой деки, со спеллбейта. Первая колода с големом — это колода ночной фурии. Он мне этой декой проходил испытание грант на 12 побед. Но я так видео не заснял. Сундук я открывал, а видео с каточками не заснял, потому что был техперерыв и сам не посмотрел, и вам не показал. Но колода осталась. Так, запускаем принцессу. Окей, окей, бревно, поехали. Он слил бревно. Так, ого, 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 как Хога засосать? Отлично. Тут темный, обычный принц. Так, слушайте, давайте, он фаербол слил, да? И слил, короче, бревно. Ну, не знаю, возможно, он уже откатился до бревна, сейчас посмотрим. Да, короче, откатился. Это дешевая колода с Хогом. Блин, а что же делать? Как быть? Как мне его выиграть? Я со спеллбейтом не умею играть, друзья. Ладно, давайте запускаем принцессу. Так, тут у нас ледяной колдун плюс фриз. Так, замечательно. А что дальше? Что комбинировать? И с чем? Давайте попробуем закинуть бочку, короче, вот так вот. По идее, должно полететь бревно. А чё, бревно не летит? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А, стоп, он сливал бревно или нет? Я вот этот момент пропустил. Короче, ладно, этот момент упустил, но в следующий раз буду внимательнее. Почему он бревно сейчас не слил? Может, растерялся, короче? Сейчас у меня есть торнадо, поэтому спокойненько будем дефаться. Так, давайте принцессу. Ну, я вроде не видел бревна. Вроде бревно он не сливал. Принцесса по левой стороне. Так, тут у нас ледяной колдун. О, Хог вперед полетел. Замечательно. Смотрите, спокойно дефаем. Очень вообще идеально заходит у нас сейчас. Давайте выбросим принца. Я хызы, что еще выбросить? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как опасно. Как опасно. Забрасываем, короче, бочку. Блин, вы знаете, в чем минус этой деки? Что мне нечем... Воу-воу-воу. Мне нечем, короче, добивать башню. Вот это минус. Так. Торнадо. Хорошо. Здесь, короче, принцесса. Потрачен был фаер, и бревно было потрачено. Поэтому сразу закидываем бочку на вышку. Должен небольшой урон пройти. Ой, а сложно? А сложно этим спеллбетом играть? Рили? Так. Так. Так, так, так. Фаербол. Тихо. Быстрей. Отлично. Тычка была. Забрасываем бочку. Так. Бревно пойдет, интересно. Не дает добить, пацаны. Опа! Принц дошел. Фух. Очень было сложно. Я думал, не добью. Видимо, сопернику тоже.
Ну, честно сказать, с этой декой мне не очень было комфортно. Хотя прокачка у меня тут просто шикарная. Еще бы ледяной колдун 5 уровня, это вообще просто был бы космос. Вторая дека с кладбищем. Поехали попробуем. Я еще хочу ледяного колдуна прокачать на 5 левел и с этой декой тоже еще раз сыграть. Но это будет совсем другая история, когда я прокачаю ледяного колдуна. А где соперники? Почему перестали... О, отлично. Так. Так, с кладбищем играем. Хорошо. Дальше с големом. Голем это, наверное, сейчас для меня любимая карта. Поэтому, надеюсь, с големом не проиграю. Потому что, ну, более-менее с ним вроде ориентируюсь, что к чему. Хотя тоже не профессионал. Так, мегамуха. Мегамуха. Так, а дальше что? Это что? Арбалет? Окей. Ну, точнее, я не знаю, как быть. Фаербол. Окей. Попробуем, поехали, знаете, как вот так сделать? Я не знаю, давайте Poison. Poison на арбалет. Пускай, короче, давайте бревно кинем. Потому что, блин, много урона пройдет. Это арбалет. Еще и 8 левела. Ну ладно. Ну хотя, в принципе, что, на прокачку-то мне вообще грех жаловаться, потому что у самого 5 леги. Вот. Но все равно, факт того, что... Ну, против арбалета я вообще не знаю. Я с големом проигрываю, а с кладбищем вообще не знаю, что буду делать. Ну ладно, проверим сейчас все. Может быть, у меня с кладбищем талант играть. Вот, Fireball. Так, сейчас, скорее всего, будет Тесла. Вот она, Тесла. Тут ледяной колдун. Давай, колдун, тащи. Так, окей. Poison, просто Poison на арбалет. Скорее всего, будет прокручивать деку до второго арбалета, скорее всего. Но я успею... Тихо. Ах, ой-ой-ой, вот это фейл. Друзья, так, смотрите, делаем вот так во и вот так во. Полетели. Глем, а что у него? А что 7 уровня? А что это, зеркало, что ли? А я не понял. Это как? Это вообще, это что? Это вообще как? Так, 70 хп осталось, хорошо. Бревно, быстро добиваем. Так, ставим надгробие. Я не понимаю, а почему у него сначала был 8 арбалет, а потом 7? У него что, зеркало, рили? Да ладно. Да, у него, походу, зеркало. Так. Так. И вот так. Вот у меня мало юнитов наземных. Очень мало. Так. Быстрей. Тихо. Блин, мне надо, короче, этот... Да, бревна прокрутиться, потому что я его слил. Говорит мне соперник, что отличная игра, а значит, я победитель. Согласен, отличная игра, но... Но что происходило с арбалетом? Скорее всего, зеркало. Гоу, посмотрим. Скорее всего, было зеркало. Да. Ну, не знаю, почему. Но неважно, победа. Едем дальше. Кстати, скоро уже 4900 кубков. Вау, вот это ник. Прикольно. Давайте проверим вот эту деку, работает она еще или нет, потому что Ночная Фурия мне проходил этот испытание, ну очень давно, наверное, недели 3-2 назад, я не помню точно. Поэтому я не знаю, актуальна сейчас эта дека или нет, ну давайте проверим, она мне просто осталась. Лава Шар, да? Окей. Ого, пацаны. Мне нечем дефать, мне реально нечем дефать. Бревно. Бревно, мини-пека летит, короче. Ах, там еще, короче, еще надгробие. Эх ты, блин, лава-шар. Нормально он, короче, шариком зашел, а мне я весь воздух слил. Ну ладно, короче. Не будем бомбить. Сейчас надо подумать. Надо все. Короче, а что думать? Пламенный на лаву, мега-муха на шарик. Все. Нельзя сливать две карты в одну калитку. Поэтому вот такие пироги. Ну что, ждем лаву.
Пускай подлетает поближе. Выбрасываем пламенного. Здесь темный принц. Готовим стрелы. А, нормально, без стрел обойдемся. Этого не сливаем, это нельзя сливать. Мегамуху я имею в виду. Что мне выбросить тогда, если мегамуху не сливаем? Что мне выбросить-то? Давайте так выпустим мини-пеку. Ну это тупо. Ну а что делать? Так. Оп-оп-оп-оп, смотрите, мини пока тыка. О, да. Целая тыка от мини-пеки. Это вам, пацаны, не шуточки. Так. Ну что, сейчас двойной элик будет. Сейчас будет повеселей. У меня три спала. Вообще должен на изи, наверное, размотать лаву. Поехали. Голем. Мне кажется, он на трешку только хотел сказать. Так. Мегамуха. Мегамульон. Ой-о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 й. Фаербол, фаербол. Пау. Отлично. Так, что там? Банда гоблинов, три миньона. Стрелы. Полетят стрелы сейчас. Вот такие вот стрелы. Убиваем, короче, помаленьку всех. А что? А так получилось, короче, голем пошел на вторую корону, поэтому забрасываем еще и бревно наперед. Хотя банда и так сдохнет сейчас. Так, давай-давай, ой, мини-пека, тыкай. Шикарно. Просто сегодня каточки шикарные. Я не знаю, что, ставим голема на трешку, наверное. Ой, он тоже на трешку. Короче, тут пламенный дракон. Не, а лаву изи, конечно, этой декой, вопросов нет. Тут я контра. Ну, я при чем, что я контра? Я ж не виноват. Прикольно, плюс 30 кубков. Кстати, осталась одна игра и будет 4900. Возможно, на следующий ролик сделаю 4900 кубков. Если хотите, чтобы на видос я сделал 4900, ну, подписывайтесь на канал тогда, нажимайте на колокольчик и в комментариях напишите, да, хотим или нет, не хотим. Обязательно напишите, потому что, я не знаю, на основном аккаунте, ну, 4900 я и так сделаю. Ну, возможно, вам интересно, возможно, вам интересны все онлайн-атаки. Поэтому пишите, я запишу видос, как бы вы сами понимаете, что мне для вас несложно записать. Все, на этом буду прощаться, спасибо, кто смотрел. Надеюсь, вам понравился ролик, понравились каточки. И, блин, ну я теперь реально доволен, посмотрите на эту картину. Кладбище, принцесса, дровосек и бревно 5 уровня. Ну, это уже серьезно, это уже реально выглядит солидно. Все, друзья, скоро увидимся. Желаю вам удачи, хорошего настроения, до новых встреч и пока.